Здравствуйте, мои дорогие. Посмотрим, кто за вами следит, кто же следит за вами. Ну вот тема такая пришла, и прям вот идет, и все, что кто-то наблюдает за вами. Посмотрим, с какими целями. Посмотрим. Так, есть какой-то человек, который, возможно, к вам спешит. У него есть какое-то движение. Этот человек не показывает лица. Этот человек в каком-то движении следит за вами. А как же он тогда следит, если он прям вот закрывает лицо? А кто этот всадник? Кто? Прям первая карта идет. Кто этот человек? Какой-то хороший для вас человек или не очень? Ну, человек в дороге, либо который собирается в дорогу к кому? К вам? Ну, по сути, да. Да. Ночное путешествие, либо трудная какая-то дорога здесь может быть. Человек собирается к вам, следит за вами, торопится. Мудрый и стабильный человек. По сути, я бы так сказала, что это мужчина. Может быть, даже... А с какой целью ты следишь? Вот с какой целью он следит? Так, опять карта движения. И все-таки с целью перспектив огромных. Тут уже говорят больше о движении, как в жизни, как продвижение какое-то. С целью перспектив. Что этот человек замыслил относительно вас? То, что вы его женщина, вот. У него такие мысли. Но лицо не показывает. Тут человек, который еще не проявлено с вами, или общается, или вообще не проявился в вашем пространстве, ну никак. Могут показывать, что он не на одинаковом, ну, то есть не в одинаковой с вами стране, не в одинаковом с вами городе, где-то далеко. А что значит следит? Что он вообще там делает? Что значит следит? Как он следит? Может, вы тогда догадаетесь? Обида. То, что следить ему сложно, но каким-то образом он что-то... Ну, где-то какая-то информация о вас поступает, может быть, из любых источников, либо какой-то есть один очень бедный, скудный, давайте так говорить, источник, потому что у него есть какое-то состояние обиды, что вы закрыты, и вот эта закрытая дверь прям ему не дает покоя. Как он следит за вами, покажите. Занимаясь своими какими-то делами. Возможно, вот эти дела связаны с тем, чтобы попрощаться с прошлыми проблемами в своей жизни, вымести какой-то ссор из своего пространства, попрощаться с теми людьми, с которыми он уже больше не будет общаться. Вот. А тут, может быть, даже убирает после, в своей жизни, в своем пространстве, после какого-то разрушения. Ну, возможно, восстанавливается после какого-то разрушения. Кто этот человек для вас? Есть какая-то вообще? Кто он для вас? Треугольник. А вы знакомы с этим человеком все-таки? Кто для вас? Возможно, вот и эта обида связана с тем, что вы разорвали ему сердце, ушли, оставили. Здесь отношения прекратились. Вам будет предупреждение насчет чего-то, ну, связано с этим человеком. А еще тут говорят, что предупреждаем, лучше не раскрывай вот лица этого человека пока что. Вот. Ну вот как кто-то еще дополнительно за этим человеком следит, либо за вами следит, либо за вашей жизнью, что вот прям как ему появиться на вашем пороге очень сложно. Вот, поэтому вот сейчас говорят, прекрати узнавать, постарайся принять вот эту информацию, да, такой, какая она есть. Вот так вот.
Вот так. А есть еще следящий за вами? Покажите, человек. Есть еще тот, который следит? Студа. Есть? Давайте 4 карты выложим, может быть. Ну, тут есть какой-то человек, который за вами следит. Этот человек был вашего рода. Играл в вашей жизни большую роль. Мужчина, скорее всего. Ну, либо какое-то лицо, какое-то влиявшее на вашу жизнь особенным образом. Буквально вот пахал на вас человек. Может быть, отец, дедушка. Вот тут кажется, что старший человек какой-то. Или если это муж, да, то есть он настолько... настолько заботился о вас, что вот ну, такой заботы еще, наверное, поискать. Вот как-то так. Человек следит за вами. Но я тут вижу, знаете, вот эти холодные энергии. Это либо у вас с этим человеком настолько все вот остыло, да, что никаких отношений, никаких контактов нет, либо человека нет. Ну вот есть какой-то прорыв. Чистота этого человека поражает вас. Вы любите его или любили. Но сейчас вот это место пустое. Его нет. Этого человека нет. А наблюдает, получается, свыше. Какой-то человек старший, значит. Что-то хочет сказать вам. Здесь могут говорить о пристрастиях каких-то. Он говорит, например, те пристрастия, которые у тебя есть, это не только вот алкоголь, как здесь, это другое может быть, не знаю, к еде. Но тут больше то, что вот человеку доставляет какое-то временное удовольствие, и в итоге через какое-то время есть страдания, да. Преврати вот это пристрастие в друга. Тут как какой-то... Или появится друг... Может быть, человек, который вам поможет избавиться от какого-то пристрастия. Вот так вот. Иногда и спорт тоже как пристрастие. Ну, то, что что-то чрезмерное, да, вы как бы жадно впитываете в это, делаете, оно пользы не совсем-то и приносит. Угу. Тут кажется, вот знаете, что идет? Как скоро укажут какой-то путь. Угу. Есть то, что может исцелить ситуацию. Вот. Как очистить до самой вот на клеточном уровне, как очиститься можно. Но пускай тогда так и происходит. Если вот это видео запустит сейчас этот процесс, это будет просто прекрасно. Вот говорят о какой-то очистке. А есть момент воздержания, аскезы, закрытости в чем-то. Еще кто-то наблюдает, чтобы что-то украсть у вас. Кто-то наблюдает, чтобы воспользоваться вашим. За вами, как за подопытным кроликом, сейчас идет наблюдение. А это кто? А это кто? Вам, кстати, знаете об этом? Кто-то, кто наблюдает, говорит тот, который наблюдает за вами свыше. Помощник ваш. Да, а здесь раскрывается тайна. Этот человек с вами мог быть в контакте. Кто этот человек, который что-то хочет украсть? Вам что-то давало, либо какой-то подарок здесь связан, от которого вы отказались, освободились. Или же, смотрите, как подарок, от которого освободился человек. Может быть такое. Например, вы подарили, а он выбросил. Либо он подарил, а вы выбросили. Что-то такое, как освобождение от подарка идет, видите?
Проходит время. Кто это человек для вас? Давайте так. Сущность. Показана сущность. Это надо такое? Классное определение для человека. Ну, в общем, что-то не очень. Не очень правильное, да, не очень хорошее. Человек-паразит. Человек, который как приклеился, не отклеится. Вот даже если вы не общаетесь с каким-то человеком, здесь идет такое вот энергетическая подпитка от, ну как, от вас на расстоянии. Возможно, человеком действительно вот сейчас владеет некая сущность. Кто это человек для вас? А теперь подсказка, смотрите. Внимание, заговор во время ритуала, работы с воском и чтения молитвы. Вот, вот применив это все, да, вы можете действительно правильно как-то скорректировать энергопотоки, и этот человек, то ли защита будет у вас, то, ну, а вот как, каким образом будет работать ритуал? Как защита, вы представляете? Все, красиво карты рассказали. Могу повторить? Заговор как молитва, видите, заговор во время ритуала с воском. Это может быть и свечи, и отливки. Отливка в воду, свечи и в соли, и в воде. Да? То есть тут не обращают на это, да, особое внимание. И чтение молитвы. Если нам не говорят, где этот заговор взять, есть тут какое-то, то, скорее всего, где этот заговор взять? Это составление общего какого-то текста, да, который поможет вам, загального какого-то, да, вот текста, который поможет вам избавиться от навязчивого человека. По сути, попросить свое пространство, попросить высшую какую-то силу убрать некую сущь из вашего окружения. Если это, например, человек, который обуревается сущью, сущью, да, это, ну вот как, или же, допустим, вы понимаете, что вот как на вас какая-то вот сущь идет, да, то здесь, ну, есть возможность максимально чисто это все закончить, да, чтобы вот того негатива не было в вашей жизни. Вы просто просите пространство, просите высшие силы о том, чтобы вам помогли. Применение воска и какого-то, как, знаете, как ритуального такого момента, это тоже интересно. Что такое ритуальный момент? Это расстелить маленькую скатерть, да, можно черного цвета, например, взять свечу, либо свечи, взять соль, например, да, какие-то еще другие ингредиенты, то есть то, что вам вот как интересно для того, чтобы очистить, например, полынь, можно. Если есть ладан, можно ладан даже, да, для того, чтобы вот как вот эти энергии, какие-то вибрации, да, пошли. Вот. И прочитать молитву, то есть попросить высшие силы в этом процессе вам помочь. Во-первых, если этот человек воздействует на вас, тут отзеркалит конкретно. Или же, может быть, если человек применял вот эту зеркальную магию, а вам исцеление, смотрите, то... А применение зеркала тоже допустимо? Подклад. Зеркало, подклад. Там бес. Не знаю, может, кому-то зеркало подарили. В зеркальце подклад, и там бесы. Бесы и разыгрались время от времени. Ссоры могут возникать. И молчание в семье, что-то такое, вот знаете, как кому-то могли подложить зеркальце, да, для того, чтобы в семье были ссоры, и бесы разыгрались. Но эту ситуацию легко исцелить, просто работая с высшими энергиями, которые могут помочь, просто закупитесь свечами и пробуйте вот эти моменты решить. Я вижу, что здесь самостоятельная работа. По сути, ритуал – это дело каждого. Вот. Особенно сейчас, в наше время. Разве можно идти куда-то и делать ритуал? Солнце. Смотрите, ясно, как Божий день вам станет, кто вредил, что хотели сделать.
ясно, как Божий день вам станет в моменте, как что сказать, да, какие слова произнести. Так. Мираса сила. Тут разбудится какая-то сила даже в вас. Хорошо. Ну, тут по вот этим картам, то знаете как, у вас замечать начнет противоположный пол. Каким образом это здесь лежит? Ну, значит, что-то было связано с этим. Может, у кого-то крайний был на красоту, на удачу, на мужчину. В общем, вот такие вот моменты. Давайте дальше смотреть. Кто-то еще там подслеживает, следит. Покажите. Зелье варит. Слушайте, знаете, как следит? Вот прям в каких-то магических системах здесь человек может завязан и может рассматривать вас по каким-то... Ну, знаете, когда фигурки видит человек, да, вот в различных там, когда воск капает, когда зелье варит, да. Вот, возможно, человек зелье варит и... Кто следит? Кто следит? Кто следит? А кто это человек для вас? Ангел-хранитель, говорят, вас охраняет. А кто этот человек для вас, который за вами следит? Эгоистичная личность. Сам ничего не делает, сама ничего не делает. Звезду из себя хочет, корчит. Проклинает всех и вся. Дьяволом обуреваемый человек. На кладбище может делать даже различные ритуальчики. Под видом чистюли, чистоты. Пытается сейчас, может быть, вот эту чистоту как бы приобрести. Делает ритуалы на любовь, на кладбище. Вот. Вы при чем тут? Ну, вас тут охраняет ангел-хранитель. И, скорее всего, знаете как, тут чел вообще ритуальщица та еще. Возможно, очень часто применяет какие-то грязные методы. И вот, знаете, когда вот эта грязь, она начинает выискивать себе новую чистую жертву. Что-то вы ей там подошли. Да, видите как? Поиск включила. А вы зачем? Кто хочет? Кто? Что она хочет от вас? А вы для нее препятствие конкретное. Что она хочет от вас? Она хочет. Она хочет от вас кольцо? Это кто такое? Страх какой-то. Человек в страхе, обуреваемый жахом, просто каким-то ужасом. Дерево. Может быть, это что-то совсем там, какой-то далекий родственник. Вы когда узнаете об этом человеке, там какой-то ключик есть, какая-то разгадка, загадки. Может быть, родовой даже какой-то загадки. Кто это человек для вас? Вот тот, который наблюдает. Кто? Отшельник. Кто он для вас? Но вы не дружили с ним никак, да, то есть тут что-то другое. Нелюдимый, запуганный человек за вами следит. По сути, никто. Никто. Но почему тут показывают, как родные есть? Вдова. Возможно, какая-то женщина осталась. Она вам как бы никто. Но есть что-то такое, когда вот через какое-то родственное что-то вы связаны чем-то, кем-то. Вот, возможно, она потеряла мужа. Безденежье. Ну, по сути, никто. Самобичевание, руны. Это не родственные связи как таковые. То есть, особенно не близкие, так точно. Но здесь есть какое-то закрепление. То есть, вы чем-то связаны. Как будто бы человек пытается пробиться незаконно в пространство вашего рода. Это женщина или мужчина? Покажите мне. Кровь. Вот, смотрите. Пытается стать вашего рода. Кровь замешивает. Тут может ритуалить, чтобы показаться частичкой вашего рода. Кто это такой? Женщина, мужчина? Кто такой? Видите, магию применяет. Капец какая-то. Привязывает. Да. Слушайте, а может быть здесь какая-то мадам, которая магичка, которую кто-то нанял? А кто нанял? Хорошо. Ревностная особа. Она вас куда-то привязывает, от кого-то отвязывает. Кто-то. А кто нанял вас? Ее. Кто тебя нанял?
Человек, который в плену своих страхов сам сидит. Кто? Кто вам тот человек, который нанимает вот это чудовище? Документы. Вы как-то документами связаны. Или же перепиской. Кто вам тот человек, который нанимает магичку? Вы его желание – это соперница, которая завидует вам. Вот, разрушение, развал. Блин, тут столько непроглядов, что не разобрать, то ли это мужчина, который вас хочет привязать, то ли это соперница, которая хочет отвязать от мужчины, привязать куда-то к другому. Господи, как оно на вас действует? Да пока не могут достучаться потом к вашему пространству, потому что вы как гора. И слава богу. Они только к вам, а им их электротоком отбрасывает назад. Вот, смотрите, в тупике. Они не могут к вам достучаться, но они за вами следят. Тут просто карты хотели показать, что вот. Вы спросили, слежка есть? Есть. Это она или он? Ну, соперник вроде как. Мужик какой-то. Она или он? Кто тут замешан вообще? Этого человека... А, смотрите, это никакой не родственник там не дальний. Это почему-то. Вот как... Как я в такой магии не собиралась копаться даже, но, по сути, я представляю, что это такое чисто, ну, и как из верхних слоев получаю информацию, что есть какие-то ритуалы, которые могут сделать так, да, что на духовном, на высоком уровне чужие люди являются членами какого-то рода, понимаете как? Высокого рода, богатого рода, вот. Но вы человека этого отправили во свояси, как-то так, энергетически. Поставив все на свои места. Вот такая вот была игра. Ну, применяют они различные методы, но я вижу, что, слава богу, что у них ничего не получается. Нужна ли вам какая-то защита? Слушайте, береженного Бог бережет, конечно. Вы можете молиться, да, вы можете все что угодно как бы, делать для того, чтобы быть, поддерживать свою внутреннюю чистоту. Вот. Но у вас как-то так удачно складывается, что вас действительно берегут силы покрупнее, чем можно даже представить. Вы чувствуете это на теле. Ой, там какой-то человек странный проявился. Ну-ка, стойте, посмотрим. Есть еще кто-то, кто следит за вами? С бумерангом, застрявшим во лбу, кто-то следит. А, предчувствует бумеранг. Предчувствует кто-то расплату за содеянное. Представляете? Кто-то сидит и уже бумеранг ему прям свистит в лицо. Правосудие ждет. Скрывается, но тут тучки, видите, как расходятся. А этого человека скоро будет видно. Масочки носит. Скоро бумеранг прилетит. Маска скоро спадет с этого человека. И вы увидите, что у него во лбу застрял ваш бумеранг. Вот, крысятничал. Сделки какие-то за вашей спиной вытворяло это чудо. Но попытки были бесплодны. Как проявится этот человек? Как вы узнаете? Сердечно очень проявится. А это он, она, кто это? Ну, давайте посмотрим. Как привидение. Иногда напоминает о себе. Возможно, вы уже поняли, кто. Закрыты дороги, постоянно напоминая о себе, а человек получает отворот-поворот. Дорога закрыта к вам. А, как паучок, пытается плести сети. Что-то хочет от вас. А что хочет? Где-то соль. Очиститься хочет. Знаете что? Этот человек когда-то что-то сотворила. Возможно, что-то с напитком. Вот. И сейчас пытается очиститься. И понимает, что сейчас в ее жизни прилетел огромный бумеранг. Либо летит ей прямо вот сейчас. За то, что человек что-то делал плохое в вашу сторону. Ваши дороги расходятся, а вы получаете возрождение. Человек сам, вот, о котором мы говорим, пытается, очистившись через вас, да, будто бы, знаете, как получить ваше прощение,
Это, смотрите, постарайтесь так. Когда берете трубку, никогда не говорите, да, говорите лучше алло. Вот так вот. Никогда не, ни, ну как, не соглашайтесь, еще не услышав вопрос. Понимаете, как, о чем я говорю? То что-то такое, как человек может просто загадать, прости меня, да, и вот а вы ответите. Поэтому за счет вас раз очиститься хочет человек. По сути, перед вами же виноватый. Такую грязную прям личность вижу, нехорошо. По крайней мере, сейчас такие энергии у этого человека, надеяться на какие-то удачи. Но сейчас, ну, буквально не фартит этому человеку. Ссоры могут быть в семье. Ну вот, возможно, знаете как? Она сама на себя вольт поставила. Что-то связано с бесплодием, понимаете? Возможно, человек хотел, там, не знаю, ребенка забеременеть. Это злоба. Да, человек хотел семьи и детей. И что-то делал вам до этого. На вас, может быть, как-то и не подействовало, но сейчас расплата. А сейчас несет огроменный шар этой кармы, тяжеленную ношу. Понимает, что сейчас пришла расплата. Ну, значит, совесть какая-то есть у человека. Все, в кандалах. Ну, что ж. Зачем следит, что хочет? А, чтобы попросить у вас прощения, да, вот как-то так, знаете, хитро, чтобы вы, да, простили, сказали. Так, есть еще следящие за вами. Так, какое-то разочарование. Интересно, это кто? Так, человек под манипуляциями какими-то. А вами манипулировать не получается. Что хочет от вас? Не получается. И вот это состояние, когда разочарованность, такая разочарование от не получилось сделать, да, не получилось, так старался. Вот есть. Хочу проманипулировать, не получается. Ожидает, вот ждет, наблюдает, подсказочки какие-то ищет. Кто-то ей, кстати, эти подсказочки дает. Слезы какие-то вижу. Лисица хитрая, этот человек для вас. Кто-то хитрющий, который борется за любовь. Ну что ж, бывает такое. Смотря кто что в понятие любовь вкладывает, да? Кто-то человек говорит, я очень много сделала для того, чтобы эта пара была. Я и еще кто-то, да, вот она про себя говорит, либо он. Ну, тут, скорее всего, женщина. Оморочек куча зависти к вам. Ищет какие-то ответы, ключики в вас. Как следит? Пытаясь выздороветь, вот, возможно, от какой-то болезни, либо выход из какой-то проблемной ситуации, как следит. А, тут могут говорить, что либо отношения хочет спасти, либо рабочее место. Вот, и сейчас она вот в отношениях каких-то. А вы для нее лекарство от всех бед. Ну, что-то говорит плохое о вас. Что-то насчет вас, мужчины, приворота. Что вы, как, может быть, делали приворот, либо делаете какие-то привороты. И деньги, что-то о деньгах, о чувствах очень много она говорит. Ну, жаба, что ж, нехорошо так. Давайте посмотрим. Тут что-то надо вам. Ведьма. Пускай осторожничает, потому что я вижу, что она связалась с вашей энергетикой, которая может ее просто раздавить. Пускай не лезет. Слышали, да? Так. Давайте совет посмотрим, какой-то совет от высших сил. Попробуй сейчас вспомнить какой-то опыт. Блин, сейчас совет. И сделать выбор правильный дальнейших действий, чтобы. Потому что скоро вот водоворот событий закрутится,
Между прочим, коридор затмений не так далеко, и могут быть вот эти вот события как раз попасть на вот это время. Дело в каком-то выборе. Храни в тайне этот все, ну вот как то, что выбираешь. О чем здесь? Царевна. Вы хотели иметь корону, но что-то иметь, да, вот такое высокое во сне. А вы попробовали какой-то другой фрукт. Вы знаете, как Ева дала яблоко Адаму, и он как прозрел. Вот вы что-то попробовали и прозрели. Теперь вы не можете выбрать. Выбрать. Как вам выбирать-то? И вас вот это попробовала сейчас, ну как запачкала. Вам будет дана какая-то информация, воспользуйтесь ею. Вот такой совет. Мои дорогие, я благодарна вам за то, что вы были здесь. Я очень рада, что если кому-то действительно вот эти советы помогли, это просто замечательно, потому что в потоке я читала, и я чувствую, что есть те, которые просто вот с открытым ртом сидели и думали, блин, вот это да, точно, подошло. Вот я это чувствую по этому раскладу. Если вам не подошло, это не проблема, да, то есть, возможно, я вообще вам не подхожу. Это бывает и так, да, то есть тут есть новенькие, которые могут не принимать такую информацию. Все это мною принимается, да, то есть в любом случае вы можете иметь различные мнения, а тех, которые любят меня, которые ценят мой труд, благодарна безмерно вам, мои хорошие, спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за поддержку финансовую, кто это делает, я безмерно вас благодарю, чувствую каждого, кто это делает, да, вижу действительно каждого и хочу, чтобы Вселенная той же монетой, да, вот вам благодарила за то, что вы так много делаете для меня. Всего доброго. Пока-пока.